Представьте себе ситуацию. Вы попадаете в клуб или на какую-нибудь вечеринку и понимаете, что не умеете танцевать. Это портит вам настроение, отдаляет от веселья и лишает вас праздника. Вам это знакомо? Тогда вы смотрите то, что вам нужно. Кто не верит в то, что Кишинев – это город возможностей, глубоко ошибается. В нашей столице существует много мест, где тебя научат и привьют страсть не к танцам в целом, а к определенному направлению, к примеру, латино. Главное – найти подходящее место. Один из самых оптимальных вариантов – это фитнес-клубы. Приходишь в тренажерный зал, занимаешься, а затем танцуешь вместе с профессионалом, если сил хватит. Один из таких профессионалов – Ольга Сафронова. Долгое время она жила в России, где и увлеклась латиноамериканскими танцами. Постепенно увлечение стало стилем жизни. Дошло до того, что Оля стала брать уроки латино у носителей культуры тех стран, где зародились эти танцы. Недавно она вернулась в Молдову, где стала учить кишиневцев тому, чему научилась у настоящих кубинцев. Большая сборка. Из кубинских танцев, таких как сальса, бачата, меренги. И достаточно происходит все так живо. Люди получают положительный заряд энергии, хорошие эмоции, немножко согреваются и, соответственно, узнают что-то новое. Интересная деталь. На занятия Коли ходят в основном женщины. Кишиневские мужчины считают эти уроки недостойными их. Такая ситуация наблюдается только в столице Молдовы. В Киеве, Одессе, Москве, не говоря о Лондоне и Париже, такие залы полны представителями сильной половины. У нас в зале одни девушки. Странно, ведь это неплохой шанс познакомиться. Вся Россия, вся Европа сейчас болеют танцами, и нет никаких таких предрассудков. Все ходят буквально с удовольствием. Здесь, я думаю, просто нужно начать. Нужно дать толчок, и парни, и мужчины пойдут. К счастью, ни религия, ни гордость мне не запрещают танцевать. Так что на один час я стал единственным мужчиной на уроке латиноамериканских танцев. Сложнее всего давались движения бедрами. На фоне девушек я выглядел угловато. Успокаивает одно. Говорят, женщины от природы намного пластичнее, чем мужчины. Инструктор тоже успокаивает. Первый раз трудно всем. Со второго занятия где-то люди уже начинают подтягиваться. И, в принципе, успевать и под мой счет, и под музыку, и чувствовать себя более уверенно, раскрепощенно. Но для первого раза, могу сказать, что было очень даже неплохо. Дима, два, три, ча-ча-ча. Клево получается. Дим, слышишь, я считаю, да? Счет. Раз, два. Три, четыре. Ча-ча-ча. Три, четыре. Да, это оказалось намного сложнее, чем я думал. Но нет ничего невозможного. Пластика приходит со временем, а значит, главное здесь – трудолюбие.